Добрый день, гости и подписчики канала. Всю неделю дул восточный ветер. Волны не позволяли нормально пелькереть. В субботу вечером стихло, и многие хорошо отловились. В воскресенье с утра северо-западный ветер. Волна небольшая. Ждем выхода с органа. Начинаю с модного в этом году розового цвета, 7-граммовая хеста. Попадается пару сарганчиков. Хороший, опять смотри, здесь взял, а это... О, это вот я выпросил. Хороший, Андрей. Тоже, видишь? Опа, не, ну уже. О, видишь? Вот что значит, мы с тобой сегодня хорошо выпрашиваем. О, опа. Это уже чуть-чуть получше. Хорошо у нас с тобой получается. Ой, все взяли? Ну, потому что подошел и все взяли. Не, ну подошел. Он у нас уже, видишь, сколько раз подходит и уходит. Так. Ну, этот хоть чуть побольше. Это уже радует. Да, видишь. Ну, опять, надо... Да, да, но это не стайка, их, это куча стаек. Мы же в разных местах вытащили. Так, иду я. Что ж ты? Все, буду тянуть быстро, Вил. А я думаю, что поймаю. У меня есть тройником. О, вот, пошел, тоже хороший. На дальнем забросе. Так, Андрей, твоя очередь. Как получится? Этот хорошо. Опа, сошел. Есть возможность попробовать. А я сейчас на блесну буду ловить. Вон, видишь, какая. Начинаю экспериментировать с другими пилькерами, стиками, красной кисточкой. Выясняется, что сарган с утра переборчивый. У меня нормально работает только розовая хеста, желтая анаконда 10 грамм и популярный в прошлом году синий 10 грамм. Кинем желто-голубую. О. Thank you.
побольше. Если мне ничего не сошел, или вот тянется так. Что-то шел так тяжело, пошел легче. Ну, просто как начинает дергаться. Надо вообще сделать пирсы пилькеристов, бомбардистов, поплавочников отдельно. Как жизнь? Привет. Привет. Так. Итак, потихоньку. Ну, лево. Заход. О. Утром на пирсе комфортно. Я пилькерил с Сашей и Андреем. Полудня уже пилькерило 6-8 человек, но было нормально. О, это хороший. Сарган часто сопровождал пилькер до пирса, не атакуя. Не хочешь? О, видал, шел. И за хвост тоже. Но все равно брать можно. Ну, хороший. Это, конечно, не капус, Сашка. Хорошая погода и трудовая рыбалка. Я взял 17 хвостов, Саша 20. Всем ни хвоста, ни чешуи.